Я ему сам сказал. Почту сказал. Это не босс, на котором ты, не знаю, ДПС меряешь или еще что-нибудь. Тут разные миры, разная материальность, разные ложи. Понятное дело, что магам больше дамага можно дать, чем у него. Да, сейчас выхожу. Рамзес, ты тут еще? А, да. Заходи на Элиме свои. Окей. Зачем он на Элиме? Он на баре стоит. Вар и маг местами поменяется просто. А, или нет? Я думал, ты на Вара заходишь. Ладно, этот, Рамзес, оставайся на Варе. Я спутал немного. Окей. Потом лимон пойдешь. Что, последний трэш уже? Я просто тащусь от этих щитков, хули приста. Стой, стой, Байдец, есть у кого-то фласка на ДД? У меня нету. У кого? У кого есть?
огне хозяина. От души, вар. Так, а вот дальше. Цирк приехал. Двое сильнее страдания. Босс меня... А, ну бьет сейчас уже, ладно. Старались, стали чуть-чуть. Не. Странно. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. Она спряталась здесь. Тифу баф, пожалуйста. Нету бафа. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Слуги! Обратите их! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Рыбка есть? Thank you.
Да. Крик на ХП еще. Да, я кину. Я кину, рассказал. Милик, отойди. Похитить Таню, отойду 2 секунды. Да, Олег. Скажешь. Два. Один. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Он диспелит. Сколько еще таких героев? Сейчас. Небеса.
Да, здесь. Диспел, пожалуйста. А, я перебегал нормально. Там стаки не захилили. Ну, метку выносил, у меня вот здесь так было. Либо диспылили, либо что, там много этих накопилось, либо потом нет, да. С Хирошито. Ну, Хирошито тоже от этого умер. Сколько еще таких героев? Да нет, там метки надо диспелить просто. Метку надо сначала диспелить, потом уже все захиливать не надо. Капар Сивин, РТД не бьют на третьей фазе мелкий трэш. Большому 38 тысяч, зато по мелкому миллион, блядь. Не, в баре Ваня упал. Там Ваня упал еще. Вот, трэш убил, да. Узреть начало эры разрушения! Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Мелкий трэш на БДК, чего отбиться? Абсорб и захил. Для науки поставь тотем защиты от огня под боссом потом. Да, Олег.
Скажешь. Заходите. Да, Олег, если мне куда. Да, да. Полка на БДК. Шаман упал опять. Он стоит близко. На танке. Новые тапки. Блять.
господин! Этот мир сгинет в огне! Какой максимальный апхил БДК может быть? Кто? Свету? Во тьме. 600 тысяч. Новая игрушка. Удар смерти лучше всего держать, если на шамане будет метка, чтобы ты смог отхилиться. Всем спасибо, до завтра, всем пока. Давай. Давай. Там на этого, на Каноба начислите, я офнусь, не кикайте, только хорошо. Кто? Нет, ну, нет. Желтые получше будут. Ну да, я бы взял кольчужные. О, да, кожаные. Слушай, 90 часов. Вторая рыжка сейчас будет. Мне кажется, лучше не собирать. Давайте ВК, может, завтра все-таки 3 хотя бы. Не сил нет. Ладно, ладно, все, всем пока, до завтра. Давай. Там 12 часов пока собью. Да не, ну просто пока соберемся, пока добьем вот, там трэш, вот, и вот, все. Вот, не кикай Каноба только, начислите на Каноба ИП. Лучше ДБ сходить. Блин, дайте пати на ИП. А, Даня, Даня, ты что думаешь? Мне все равно, могу. Я не хочу идти. Да ну не хорошо. Надо добирать так поздно РС-ки, да ваша жизнь не учит ничему. Все, пошли в ВК. Подожди, тут ИП еще не начислили. Да, на ИП просит. Ну, пора скидывай на ИП, потом буду собирать тогда. Ты будешь родить, Олег? Не, я уже отошел от дела. Ну, ясно. Не могу пригласить члена другой группы. Я плюсовал этот ПВК. Мне на мага он вредит. Ну, в воскресенье будешь, соберем вторую, третью или четвертую, как там будет. Понедельник, вторник, среда. Слав, там тебе что-то в ПМ написали. А ЕП было? И тоже не было, а вроде бы. Вот что-то тормозит, хуй знает. Нет, почти.